нажмайте этот бубенчик там, который внизу есть, делайте эти, лайки жмайте там тоже, дизлайки кто жмет, тот я того один день найду, посмотри, как этого комара, вот потом в лагман себе кину, отвечаю. Та-да-ри-да-ри-ран-дан-дан. Всех приветствую, друзья. Че, Петрович опять на медвежке сидит, Обаму вылавливает, да? Уже, наверное, больше недели мы тут сидим. Вот какая-то поклевочка. Что-то чуть-чуть подразматывает, не знаю. Решил за это записать. Посмотрим, поклевывает. Сколько садков я уже сдал? Карпа, амура я не знаю, не считал, но много за это время. Самый крупный Обама был на 27 700. Все, больше что-то не везет, короче, как-то. Он что-то разматывает, походу, я не знаю. Уже надежды на черного за такое время нет. Такое ощущение, что это будет обычный карп. Ой, фу, бляха, муха, карп. Амур белый, ё-моё. Карп. Уже глючим. Петровичем тут на этой медвежке, ага. В чатике трофеи проскакивают черного, да. Ну, как всегда, клюет у избранных, да. Петрович так посмотрит только что и все. Ну, сейчас посмотрим. Надежда все-таки есть. Но 99,9, что это? Амур белый. Зараза. Перепробовал все уже. И поводки, короче, ставил, и крючки всякие разные, мана и туда, и сюда, и клипсы от 19, 20, 21, 22, 23 за все это время. И, короче, ни хера. Обама игнорит Обама Петровича, не знаю уже, как бороться с ним, ё-моё. Такие вот делишки. Давай, Петрович, мотай потихонечку, ну. Тро-то-то. Вот он какой, а. Вот, уже и волосяночки пробовали, и классический поп-ап, и бойлинку с кукурузинкой, и кукурузинку с бойлинкой, и бойлинка с бойлинкой, и в общем, не знаю, что тут. Кто-то сглазил, наверное. Надо чесноком Петровича накормить, кол осиновый забить тут, ага. Что-то мне это, кажется, что, наверное, старый все-таки сглазил. Ему не понравилось, что сама трофейного он полгода больше не поймает, да. Кто в курсе, тот знает, да. Такие делишки. Белый, наверное, по любасу. Хотя, кстати, вчера также подразматывал, а вообще чего было? Разок я пробовал записать вчера или два раза. Там вообще белый, даже и не трофейный. По 26, да, позавчера, наверное, было. По 26 килограмм два раза. А такой гастроль тут устраивали, ё-моё. И один также клюнул карп. Зеркальный, то же самое. Вот. А так тут уже пойманы амуры белые, трофейные были. Караси трофейные, золотые, серебряные были. Так, потом кто голова закрыл я тут. Тоже несколько было. Потом что еще было тут? А, ленек золотой трофейный был, но у меня уже был давно закрыт. Так что мне особо он и не нужен-то.
что-то размотал, смотри, покуда. А? Такие делишки. Петровичу осталось Обаму тут закрыть на водоеме. Все, медаль. Почетный гражданин, медвежка, рыболов, там все дела туда-сюда. И вот так вот не дает. О, надо это, лимонаду попить, ё-моё. Сегодня сбегал этого коктейля на море купил, который за 14 этого-то серебра стоит. Хороший коктейль. Энергию держит хорошо, получше, чем кофе. Уш, уш, уш. Тан-дари-дари-дари-ран-тан-тан. Такие вот дела, ребят. Сижу я уже здесь больше недели. Реала, больше недели реала каждый день. По садку я все вытягиваю, как бы потихоньку, помаленьку. По шушуть. Угу. Трофей, карась, трофей, карась. Много карасей идет, ребята ловят, наверное, на крючки. Единички большие. Я поставил огромные уже, я не знаю, что пробовал. На эти большие, блин, столько мелочи идет, ё-моё, невозможно. И караси, и карпа, и амура по килограмму там. Ну, мяснина такая. Опа-на, опа-на. Вот такие вот делишки. Ну, Петрович не сдается, все сидит и сидит и сидит. Уже я не знаю даже, сколько дней я тут. Реала, ну, больше недели. Начали мы еще тут ловить, еще тут раздачи никакой не было. Народу тут было совсем мало. А потом через пару деньков тут как-то дня через два, через три захожу. Ё-моё, ничего себе, тут народу 270 человек сидит. Думаю, вот это вилы, вот это вилы. Такие дела. И как тут настроено в этой игре поклевки, я не знаю. За такое количество времени не выловить. Это как вот некоторые, да, там, ерша на соря ловят, да, по три года. Тут, видимо, такие же вилы магаданские. Сколько надо сидеть, чтобы выловить трофея? Непонятно, непонятно. У каждого, короче, есть, походу, черная... Ой, это... У каждого своя черная... Нет, у каждого своя рыбка, которая в черном списке на клиенте. Ты ее поймаешь когда-то, хрен знает когда, да. Только так, только так. Ну, потому что по-другому это не понять. Как это вообще? Это то же самое, что я хариуса ловил. На каком я его там уровне? На 44-м поймал, не помню. Хотя, когда начинали играть, я бомбил постоянно там вьюнок. Белое, вьюнок, белое, вьюнок, белое. То бишь, на вьюнке на остроге леща ловили. На белый, на спиннинг. Потом на волхове лещ был. Волхов белое. И все равно поймал я хариуса. Ё-моё уже. Уже все водоемы проскрыты были. Не заходил и все, хоть убей. Так же и тут. Так же и тут. Как золотая рыбка, ёптать. Попробую поймай, ну. Чё, все, сдался? Кто ты там, братишка? Ишь, давай-ка покажись-ка нам. По-братски. А, чё-то долго. Ну я это, не ПКМлю, просто тащим, зато долго тащится ее. Еще энергию маленько призывал сначала. Так, так, так. А так поклевывает тут, конечно. Понятно, что супер-пупер фарма серебра тут нету, но кто хочет рыбу позакрывать, welcome. Голову можно закрыть, зеркалку можно закрыть, белого можно закрыть. Линия еще бывает пролетает.
Золотой, золотой, золотая рыбка, да. Ну и Обама у избранных. Оп, оп, кто ты там? Покажись. Ничего не понимаю. Простой, простой опять. Ну вон, опять белый плавник. Ёп, шатал я. Все. Alt F4, delete, удалить, RR4. Сколько ж можно тут сидеть, а? Давай, Петрович, доставай. Пам. Тридцаточка. Тридцаточка. Маловато будет, маловато будет. У нас вообще поболее тут был беленький. Беленький был поболее. Чуть-чуть не хватило мне до синяка. Было дело как-то. Сейчас покажем, да. Садок, ё-моё. Плюс, 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 плюс. Кому плюсует. В общем, спасибо, напишем. Кто плюсанул по-братски, да. Так, спасибо. Сборочка вот такая. Сборочка вот такая. Классический поп-ап. Бойлинка 22 и 16. Так, дип, ага. Прикормочка вот такая. Две сборки таких у меня. Одна классическая. Это кокосы сливки поп-ап. И две кукурузинки. С кукурузой сделан. Все остальное все то же самое. Так, сейчас мы закидываем это стоянку. Стоянка, Петрович, ты так хочешь зашвырнуть на ту сторону прямо. Опа, на чуть-чуть. Вот так вот закинем. Короче, а было пойманного Петровича самое большое. Тут не так, кстати, как-то давно я тут сидел. Ага. Сейчас покажем. Медвежье. Бах. Вот, остался черный всего. И все, и медаль будет. Так, амурчик, амурчик, амурчик. Вот смотрите какой. Был пойман. На 39,093. Да? 907 грамм. И у Петровича был бы синячок тут такой бы, да. Но, как говорится, губозакатывающий аппарат в игре работает хорошо. В игре работает хорошо. Как он у нас выглядит? Вот так, кто не знает, да? Вот раз, 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 подзакатал как бы нормально. И все отлично, короче. Клев хороший. Так, кар в зеркало 9400. Опа-на, стой, прикормочку мы сейчас закинем. Сейчас вытащу и все, и, короче, заканчиваем. Но я буду дальше сидеть тут. Сегодня будем еще танковать. Палки опять у меня будут закинуты. Будем ловить, танковать. Короче, все дела. Карп, зеркалочка, 6-6-5-5, там что-то, уж. Ладненько, друзья, вот так вот, опять Петровичу не подвезло, ну что, ждем с неба звезды. Всем удачки, всем ни хвоста, ни чешуи, надолго не прощаемся, до скорых встреч.